Всем добрый день. Муж мне сколотил череночник. Вот у меня здесь есть вдоль забора такое местечко. Солнышко даже, когда в зените вот там, оно вот здесь всегда тенечек такой. У меня вот здесь вот малина чуть подальше растет, видите, там тенек, и а здесь тоже тень. Здесь малина у меня, но вот вдоль забора всегда тенек. Ну, может быть, вечером чуть-чуть попадает, но как бы не суть. Сделал вот такой вот с откидной крышкой наискосочек. Вот так я его установила. Еще прикреплю пленочку. Сейчас вначале внутренности сделаю. Вот так вот заложила картоном. Все, картон пролила. И сейчас буду устанавливать вот черную ткань внутри. Так что я рада я. Вот так у меня получилось. Обил. У меня нету степлера, поэтому я делала вот такими вот, смотрите, гвоздиками, ну, маленькими, семечки их еще называют, вот у мужа нашла, ну, и газетку. Вот таким образом я его обтянула, чтобы и доски сильно не портить, и чтобы ни сорняки, ничего сюда не попадало. Сейчас буду делать крышку пленкой. Ну, вот. Мой красавчик сделал пленочку. Вот такая вот теперь конструкция открывается. Здесь насыплю торф снизу, песочек сверху. И буду черенковать. Вот такая штука. Не знаю, вот здесь вот либо подрежу, либо потом муж... Подрежу, наверное. И муж должен привезти мне степлер, я еще степлером пройду. Так вот, такая вот красотища.